Друзья, всем привет! Продолжаю сборку Катюши на базе ЗИЛ-157. На данный момент крылья собраны. Закрыл фары жидкой маской вот такой вот. Лично для меня как бы очень удобно мне ей пользоваться. Удобнее, чем вырезать из модельного скотча маски, так как она... Легко очень потом ее снять после того, как модель загрунтуется, покрасится, покроется лаком, пинцетом ее подцепляешь, она в такую вот, как резина, тянется. Наношу я ее кисточкой, можно зубочисткой наносить. Ну и все готово у меня к грунтованию. Вот такой вот тоже своей любимой грунтовочкой я пользуюсь от Ганзы. Красить я буду в базовый слой, это H512 от Ганзы Hobby Color акриловая краска, аналог цвета 4BO, но ты после 1947 года, то есть это не военный, а после 1947 года таким цветом красили технику. И разбавляю я тоже вот таким вот универсальным растворителем, он подходит для нитры и для акрила Ганзы. Ну что же, крылья покрасил, после того как краска высохла, вот оно такой приятный цвет приобретает, баки тоже прокрасил, такой полуматовый, хороший очень цвет, хорошо очень краска ложится. Затем я крылья и баки задул глянцевым лаком от Ганзы и приклеил их на свои места. Вот в таком вот виде все у меня сейчас получается. Все стыкуется, как всегда, хорошо. На свои места приклеилось. Здорово, никаких зазоров нигде нету. Далее я перехожу уже к 20-му этапу. Это сборка внутренней части кабины, после которой я перейду уже к сборке колес. Спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующие части сборки.